Привет, ребята, меня зовут Руслана, сегодня у моей подружки Сони дома. Вот, и я сегодня покажу ее домашних животных. Первое животное — это Роза, пока что я на улице. Вот она, это немецкая овчарка. Девочка. Ей, по-моему, 8... Ой, год уже и 2 месяца, что ли. Она добренькая, хорошенькая девочка. И у нее на вот тут на голове такая ранка, это она себе... эти веткой и проколола глаз. Ну как глаз, вот эту часть. А пока что давайте передвижемся к другим животным. Роза. Ай, забак. Хорош. За хвостом гоняешься, дурак. Это кот. Персик его зовут. Он, еще ему года нет. Он такой вот аккуратный. Я сейчас его покажу поближе и в другой комнате. И вот он, Персик. Вот такой вот мальчик хорошенький. Персик, ну покажи свою мордочку. Вот такой красавчик он. Очень пушистенький, красивенький мальчик. Мальчишенька. Эй-эй. Вот он. И еще одного зверька сейчас покажу. Хомяк. Вот он. Хомячок. Он еще маленький, ему где-то 3 недели. Вот. Видите, да? Он классный очень. Я его сейчас давайте возьму на ручки. Я его взяла на ручки. Он такой вот. А кот его очень боится. Посмотрите. Я вот выпущу хомяка. Кот. Видите? То есть он его боится. Теперь понятно, какой тут мышелов. Стой. Хомяк решил от меня сбежать. Но у него ничего не вышло. Такой вот. Это сирийский хомячок. Все, иди. Нет, даже не думай. Залазь давай обратно. Выперся. Это были все животные, которые в нее. Просто решила показать. Вот двор. А если вам это видео понравилось, то поставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Конечно, оно не очень большое. На этом канале я буду большей части снимать про животных, но иногда про себя. Вот. А пока что всем пока-пока-пока-пока-пока. Теперь немного озвучки животных. Привет, меня зовут Персик. И я люблю, когда меня вот так вот гладят. Очень круто. Да, очень мне это нравится. Так, а теперь подойдем сюда. Ого, тень так. Так, может, поймаю? Нет. Ну, может, следует. Ну, давай. Оп, блин, не поймал. Ну, поймал. Ну, вот. Оп, может, эту поймаю? Поймал. Так. Куда меня несут? О, это кровать. Прикольно. Так. О, кот, он же меня боится. Ой, ёлки-палки, ё-моё, ух ты, господи, спаси и сохрани. Так, меня в клетку несут, ну блин. Ай, ладно. Ура, наконец-то ты пришла, ну наконец-то, ну может поиграем, а, ну давай, только не уходи. Давай погуляем тут, может пойдем с поводком, а? Ну, пожалуйста, ну давай погуляем там, или не знаю, ну поиграем. Вот, о, мой хвост. Так, ну давай, ну пожалуйста, ну давай поиграем, или погуляем, или что-нибудь поделаем. Ну пожалуйста, давай, ну прошу, пожалуйста, не уходи.